Пока в Бразилии кипят такие страсти, к Олимпиаде готовится первая в истории игр команда беженцев. 10 спортсменов из Сирии, Южного Судана, Конго и Эфиопии выступят под олимпийским флагом. В расписании атлетов не только тренировки, но и экскурсии, а также пресс-конференции. Все участники команды были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Родные города сирийцев захватили боевики ИГИЛ. Спортсмены вынуждены были уехать в Европу. И перед Олимпиадой они тренировались в Бельгии и Германии. Ну, кстати, именно эти страны и выступили спонсорами сирийских пловцов. Кстати, Юсра Мардинини из Дамаска будет знаменосцем сборной беженцев на церемонии открытия Олимпийских игр. Беженцы – такие же люди, как все, только им пришлось покинуть свою страну, причем против своего желания. Каждый из них спасал свою жизнь и теперь хочет жить по-новому. И вот мы здесь, на стадионе, даем пример всем остальным. Добивайтесь, чтобы ваша мечта стала реальностью. Я беру пример с многократного чемпиона Майкла Фелпса. Я видел его на чемпионате мира в 2009, но тогда он не захотел сфотографироваться со мной. Поэтому я надеюсь, что на этой Олимпиаде мои мечты сбудутся, и у меня будут и медали, и фото с Фелпсом.